Ангелочки, которые 20 лет назад украшали Одесский оперный театр, обрели новое местоположение. Их вторым домом стала знаменитая усадьба Курисов. Но перед тем, как радовать глаза посетителей поместья, скульптуры купидонов отвезли в мастерскую к мастеру, который их возродил. Вот так, спустя практически 20 лет, скульптурные элементы, украшавшие Одесский академический театр оперы и балета, переезжают в мастерскую для проведения реставрационных работ и дальнейшего экспонирования на территории усадьбы Курисов. Скульптуры – это один из первых этапов восстановления былой красоты усадьбы. Задача инициатора восстановления памятника архитектуры – вернуть посетителей этой туристической локации в начало 19 века. А для этого сейчас необходимо уделять должное внимание всем деталям. Мы их смогли восстановить, отреставрировать что-то. И они украшают здесь за нами, за этим замком, когда-то был английский парк. Вот в этом английском парке планируется, так как когда-то были статуи, скульптуры, фонтаны, красивые декоративные растения, то есть вот в первом изданном виде, как оно было, чтобы оно оставалось и так далее. Вся информация о тех временах приходится лишь благодаря немногочисленным фотографиям, которых не больше 20. Еще один источник – истории старожилов села Курисово, бывшей Петровки. Впрочем, мифа вокруг старинного поместья собралось немало. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».